Так, ну что, всем привет. Получается, по доминации у нас продолжается падение. Обсудить ситуацию по битку. Вот. Сейчас у нас он продолжает заходить обратно в канал. Ну, вернее, уже зашел как несколько дней подряд. Вот упали мы здесь на 10%. Ну, движение отменили, в принципе. Я так и думал, что, скорее всего, отменят. И с первой попытки мы не выйдем. Ну, хотя у нас было тут две попытки, это уже третья. Вот. Но самое интересное, что мы здесь делали перехай, да, вот этих двух векшин, вот этих предыдущих. Это уже хорошо, потому что, ну, по крайней мере, показали, что продолжают собирать позицию и так далее. И якобы повели наверх, но потом еще решили добрать. Вот, поэтому, ну, пока не с 35, тем более там 32 и 30 тысяч мы не упали. Никаких причин для паники я не вижу. Вот, поэтому, ну, нам тут еще, если и падать, то процентов 10, 11, 10. Поэтому, скорее всего, дальше тут это накопление, да? Отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это был ETH.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневной прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 8 эфиров и получаю ежедневно по 9% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный. Быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Даже если пролить куда-то вниз, потом... Ну, лично мое мнение. Вот, поэтому ниже 30-ки мы не упали, переживать вообще не о чем. Соответственно, что у нас еще? Если посмотреть по часовику, тоже видно, что это выкупается. Видите, опять же таки, на тех же уровнях. Тех же, то есть здесь повозили возле этого уровня, здесь повозили, это видно, мы как приклеиваемся к ним, видите, здесь возили, опять выкупали, здесь возили, выкупали, поэтому ситуация абсолютно повторяется. По поводу альты я в обзоре рынка криптовалют скажу, ну сейчас закупаться, понятное дело, лучше не торопиться, потому что нас провалили там вчера резко, но ниже ключевых уровней, кстати, мы все равно не упали, поэтому, ну, в обзоре рынка криптовалют более подробно скажу. И, кстати, сегодня будет видос топ криптовалют, по которому произойдет халвинг. Еще одну высокорисковую криптовалюту дал перед этим. Можете глянуть на канале. Поэтому я не паюсь, дальнейшие сценарии какие. Ну, я думаю, скорее всего, дальнейшее накопление. Либо могут пролить вниз, это все выкупить. Либо, соответственно, потом уже от этих отметок повести наверх. Но нам главное закрепиться выше 45 тысяч, а потом уже ждать дальнейшего движения. Пойти вот этот накопительный канал от 60 до 45 и, соответственно, ждать дальнейшего выхода на перехай. Вот, сколько это по времени будет, но я предупреждал, что это вот это все дело может затянуться там на 2 месяца, месяц прошел, ну вот учитывайте, что скорее всего в августе, а то и в сентябре рост только восстановится. Поэтому, ну, вот такой вот рынок. Ну а как вы хотели, если вы ждали халявы, то ее здесь нет. Вот, поэтому такие дела, такой разбор биткоина по-быстрому. Ну, то есть я не вижу смысла затягивать вот это, там, знаете, вот эти гадания на кофейной гуще, там, если мы сделаем так, то так, там, и так далее. Ну, если вы этого хотите, можете написать, я могу, конечно, сделать, но я написал, то есть, два сценария. Либо нас будут выкупать, либо дальше стоим в накоплении, либо, соответственно, идем вот этих отметок тут, завтра там, послезавтра будет отскок, и пойдем уже на перехай. Вот, если пойдем раньше в рост, ну, окей, отлично, не пойдем, будем дальше в накоплении, ну, хорошо. Большинство людей так и не научится ждать и, скорее всего, поскидывать, что типа вот, ничего себе, а биток упал там на целых 10%, ну он до этого там на 50-60% упал, и что, тем более мы не упали за ключевые отметки даже, что тут переживать. Поэтому такие дела, такой разбор, всем удачи, всем пока и не пайтесь, наберитесь терпения, вот и все. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 9% прибыли в день, это был ETH.io, ссылка на проект в описании под роликом.